О статусе и роли государственного языка сегодня говорили на Республиканском форуме Ассамблеи народа Казахстана. Принять участие в нем приехали представители разных этносов со всех уголков страны. Все они свободно владеют казахским языком. Кто-то выучил его уже будучи взрослым, а кто-то родился в казахском ауле и знает язык с детства. Рассказали участники форума не только о себе, но и поделились своим видением, что необходимо сделать, чтобы все без исключения казахстанцы разговаривали на государственном языке. Для того, чтобы знать казахский язык, нужно более проводить большое количество форумов, обмена опытом. Потом у нас в современном обществе сложилось такое отношение. Сельская местность совершенно владеет государственным языком. Мы сейчас часто замечаем, что в городских регионах граждане и молодежь не владеют государственным языком, либо владеют на нижнем уровне, то есть 10-15% базовый уровень. Лично мое предложение, чтобы специалистов из городских регионов направляли как на стажировку месяц, два, три, и тогда они обучатся и знанию языка, и традициям.